твою коронную фразу, что тебя нельзя фотографировать. Говори! И страшную рожу состроить. Застрой страшную рожу. Потом... Нет. Нет, да? Есть, да, карась? Ну. Вот. А сам воздушный змей поднимался на высоту 7 километров. Вот такие были, значит, такие показатели. Это не только в России, это было где-то в Германии, за рубежом. Ну и в России тоже были большие успехи в отношении воздушных змеев. Ну вот, в частности... Значит, это вот капитан Ульянин, в общем, был, его отец называется Русский Эдисон, называл его как Русский Эдисон. Он очень много полезного сделал для отечественной плавания. А вы не внук, вы именно сын Ульянин? Нет, я сын Данилевского. А, вы сын Данилевского. Который всячески пропагандировал идеи Ульянина. Все, у меня в голове все перепуталось. Да. А Ульянин есть еще, есть Ульянин. Юрий Алексеевич. Вот. Он, значит, ну, Ульянин, он пишет, написал книгу. Ну, повторили змея Ульянина вы. Я не повторил змея Ульянина, я повторил модель. Модель, да. Модель. На самом деле он очень здоровый. Да. Я вам покажу, значит. Вот. Он я, значит, удалось мне сделать, значит, каркас воздушного змея. Вот еще я сделал два каркаса воздушных змея. И вот один каркас, значит, обшил материи фирма «Росветер». Ну и, естественно, она его этот забрала и оставила. Ну, значит, две фотографии дала, значит, на память. Ну, с тех пор как-то у нас связи с ним разрушились. Мне уже, откровенно говоря, обращаться к ним никак не хочется. Вот можно этот каркас здесь нам собрать, посмотреть его? Ну, я вот принес модель 1:5. 1:2,5, он большой. Я, если вот... Ну, собрать его здесь можно? Можно. Давай вот попробуем. А? Это вот, значит... Это 1:5. Саш, иди сюда. Это примерно то же самое, что и Коди Сатане, только видишь, тут немножко... Ну, есть свои хитрости. Ну, вот, значит, вот это вот. Значит, сюда вот так вот крепится. Это так вот, сюда. А, подождите, это надо, поднять. Помогите, ребят. Ну, давайте, или пусть они не соберут, да? Одевайте. Вот так вот. Они так, правильно это, делают, это да? Это сюда. Вот так вот. А пробочки это зачем? Спину убери, там камера. Значит, сзади. Вот еще тут. Не все. Значит, вот. Надо, чтобы кончики выступили, да? Вот ну вот, да, так, чтобы все-таки самое. Вот. И вот это вот посередине. И значит, вот это вот сюда проходит. А пробочки здесь. Вот сюда. Да. Ну, значит, вот так вот. На стопор, чтобы было, да? Да. И с той стороны на стопор. Это тоже сюда. Вот так. Вот и правильно. Молодцы, ребята. Ага. Молодцы. А вот это вот, значит. Это так называемый амортизатор. Амортизатор. Да. Ну вот, тут довольно примитивный. Но тем не менее, значит, вот. Он должен цепляться сюда, да? Да, вот сюда вот. А палочки по нашим меркам просто дубины вообще говорят, да? У меня еще дубины не было. Ну у тебя змеи вот больше. Это 6 миллиметров есть, да. Березы. Я как раз купил 60 штук таких вот. Уплатил 153 рубля. Так, а вот теперь, вот. А все теперь еще, значит, форма непонятна все еще, вот мне, если значит, честно говорить. Это вот сейчас. Так вот. Ну, значит, тут самое. Как обшивается вот эта часть, вот эта часть, вот эта часть. И обшивается вот так вот треугольник. Так он не коробчатый сам по себе, да, он плоский. Нет, плоский. Вот здесь вот отверстие. Вот такое отверстие.
Ну вот тут вот, сейчас я все покажу вам это самое его. А уздечка куда крепится? Куда? Нет, сейчас я покажу. Давайте, хорошо. Значит, тут вот, когда обшито, сейчас уже теперь, значит, это вот. Потому что так в целом форма-то ясна, но я думал, он коробчатый, как Коди, а это плоский. Нет, коробчатая вот коробка есть там. Есть да? Коробка. Да. Так вот, весь-то секрет в том, он потому и был боевым змеем, что он мог устойчиво летать при разном ветре. На нем поднимался авианаблюдатель и корректировал. Но не на одном, там поезд был. И был наблюдатель. И хотели этот использовать в русско-японской войне. Но собрали, погрузили, все, поехали, но наступил этот Портсмурский мир. И вроде надобность использования военных целях и русско-японской войны отпали. Ну, значит, сам куда-то. Ну вот на Черном море его запускали, я знаю, там морских войск. Вот его, так сказать, вот это Понтюхина. Вот Понтюхина. Значит, тут делается еще вот такой вот, значит, самый крайний, вот так вот треугольчик делается. Вот видите, вот треугольчик. Ну да, вот так вот он должен быть. Вот здесь вот. Да. Но не совсем. Не совсем, вот тут остается немножечко, и тут остается. Вот видите, тут вот вращение вот здесь вот. Вот это все размеры. Вот такой треугольничек. Вот. И эти крылья. Крылья эти отгибаются вот порыв ветров, они отгибаются. А амортизатор именно сверху вот он, да? Да. Вот так вот. Да, ясно. То есть если ветер сильный, то он... Да. И площадь его как бы уменьшается, получается проекция. Угу. Вот. Ясно. И... А вязка тогда сама вот за эти... Да. Вот здесь вот. Ну вот это. Вот они. Вот. И вот сюда. Вот сюда, значит, уздечка. еще тут, вот, а здесь вот, значит, это самая палочка вот проходит. И за палочку уже... Привязывается... Да, вот за палочку уже, значит, это самое, крепится. Здесь никаких реек нет, здесь просто ткань, нет, да? Нет, вот здесь реечка есть. Нет, а вот так, эти вот треугольнички, это просто ткань? Просто ткань. Рейка только то вот есть, здесь. Собственно говоря, вот это каркас весь, да. И еще две палочки Да, внизу, которым, значит, крепится это самое. Саш, ты понял, да? Да. Но я хочу сделать, и он был неуправляемый. Но я хочу сделать, чтобы вот, значит, эта самая вот часть леера крепилась сюда, а часть сюда. Чтобы, значит, и потом... Ну, я понял, два леера, и тогда можно... Да, можно управлять. И для этого, значит, вот... Я могу, кстати говоря, я ксерок снял, могу вам дать. Вот Саша дает. Саша, а да? Саша потом мне даст. Ладно. Потому что если он решит... Сейчас, Александр, сейчас положить некуда его будет, так что ничего. Ну ты возьмешься обшить? Вот такой... Я возьмусь. Ну только не такого, не такой, два раза больше. Я понял, он мне только... Я принесу тогда. Он возьмется. Да, возьмется? Ну молодец тогда. Вот это для меня... Угу. Тогда, значит, я вот с этим змеем... Два. На каких условиях мы... Вот. Вот. Ну какие, Саша, условия выдвинет, я не знаю. Ой, я самое не то сейчас. Это не надо миленьких условий. Миленьких условий не надо. Не миленьких. Надо. Он очень честный сегодня. Вот. Мы просто это как-то. Если а вот. И все, что. А было. Вот это самое его. А у тебя ни карманов, ничего вообще нет, да? Я сейчас это помогать разгружать все буду. А тогда просто... мою черную сумку сунь, где камера. Я бы взял. Да. Договорились. Хорошо. Раз так. Он взялся, значит. Теперь вот ткань у него в принципе есть. Если ну, тогда мы договоримся, я... когда я привезу. Угу. Вы хотели катушку показать, видимо, двух эту самую. Вот катушка. Двухкатушную катушку. Вот катушка. Вот эти самые, я не знаю, полмиллиметра хватит или не хватит. Это для этого. Угу. А для того, наверное, конечно, надо побольше. Ну, у нас есть один любитель. Вернее, семья, которая делает управляемые змеи, у нас там вот они живут, недалеко от президентского дома, Александровичи, Миша и его отец Валентин. Они тут пускают змеи? Да. Знаешь их. Вот у них тоже есть катушка, специально предназначенная для управляемого змея. Только у них она не намотана, они наматывают
А перед пуском сматывают, и у них в руках две ручки. У них... А, ну понятно. Это просто для хранения.